Фритюрница Лилома FLT4 предназначена для приготовления блюд в большом объеме масла на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена двумя термостатами и прозрачной шторкой, которая защищает панель управления от масляных брызг, предотвращая ее выхода из строя. Корпус выполнен из нержавеющей стали AIS 1810. Шторка выполнена из пластмассы. Два положения фиксации блока нагревательных тенов, рабочие и для мойки. Также блок тенов защищен от случайных механических повреждений. Количество ванн 1. Ее объем 4 литра, температурный режим от 60 до 240 градусов. В комплект поставки входит сетка с ручкой. Также у нее есть крышка. Страна-производитель – Италия.